Награда образцовой семье, медаль любви и верности вручили супругам Курбатовым из Стерлитамака. Надежда Васильевна и Владимир Александрович познакомились в 1962 году, когда вместе поступали в Уфимское училище искусств. Потом по распределению попали в Стерлитамак. Владимир Александрович в качестве директора детской художественной школы, руководит которой и по сей день. Надежда Васильевна стала педагогом. Супруги вместе 53 года, из них 48 лет в браке. Признаются, получить награду не ожидали. Я, конечно, очень удивилась такому крупному событию. Как можно награждать за то, что мне и так хорошо? Тем более мы вообще всю жизнь одним делом занимаемся. Я уже сказал, что мне именно повезло один раз в жизни тем, что она тоже поступила в тот же год, в то же время, на тот же факультет, тоже училище художественное. И мы встретились и буквально с первого дня взялись за ручки. Медаль за любовь и верность вручается парам, прожившим вместе более 25 лет, воспитавшим детей, известным своими заслугами в профессиональной, благотворительной или другой деятельности. В этом году в Башкортостане общественную награду получили 70 пар.